Всем привет! Сегодня решила сделать ревизию, перебрать лук, который я сажаю на, ну как сказать, уже непосредственно в грунт. Вот уже это самое, мягкий. Это сеянка, видите, сколько у меня ее. Мне нужно ее перебрать. Привести в порядок, вот, и из вот такой вот сеянки, такой маленькой, вот такая есть, есть даже полноценная луковица вырастает, из такой сеянки вырастает вот такой лук. Сеянка это своя моя домашняя, я ее сажу, я ее вот такими семенами. Семена я на семена сеянку высаживаю весной. Вот такие луковицы сажу прям в землю. И к осени получаются вот такие семена. Вот это я собрала осенью. Полбанки у меня здесь. Это все лук-чернушка получается. Вот сейчас я ее переберу, где какой может испортилась какая, возьму, рядом возьму эту. Ой, ну что, начну перебирать. Вот такие довольно-таки, смотрите, крупные, крупная сеянка. Да, прям натуральная луковица вырастает. Я ее буду весной разрезать напополам. Я уже это делала, уже знаю. У меня он разный. Синий, белый, желтый. Вот эту буду резать напополам. Видите, уже зелененькие пускает. Сейчас я быстро его переберу. Хотела в этом году садить меньше. Каждый год, думаю, буду убавлять. Посадку. А может быть и буду, потому что уже тяжело все это дается, работы совсем много все лето в работе, видите, полноценная луковица, вот она разрежется. Это даже может быть на три части разрезать. Ну так я сильно не вижу, что вот одну отбросила пустая. Они мне, она у меня в зале в коробочке. Это вообще, смотрите, чуть меньше. Вот это я еще не полезла в погреб за луком. Там есть прямо такие луковицы. Свои семена. И лук всегда вообще шикарный. Раньше, когда я садила, ну просто лук такой семейный. Ну, он особо не рос. Такой средний нарастал. Ну, как вот такие вот головки. А вот это вот из сеянки стала выращивать. Ну, тут пойдет вот этот черный. Он крепкий. Получается замечательно. Я его, вот эту сеянку сажу весной. И не убираю по тех пор, пока вся ботва не посохнет. Тогда он считается уже все. Дозрел. В этом году я, наверное, больше посажу вот такого желтого. Какой больше нравится, такой больше сажу. Вот это синий. Видите? Вот головки какого, какие синего. Это тоже еще маленькие. Вот такие есть головки. Ну, буду садить
осенью все посмотрите, кто будет меня смотреть. Подписывайтесь на канал, пишите мне комментарии, ставьте лайки, как говорят. Вот эту буду резать. Крупная, полноценная луковица. Нет, он весь хороший. Весь твердый. Со старой чешуей вот я его. Очень хорошо хранится. Лук, вот этот лук большой, я храню в сетку и спускаю в погреб. У нас погреб вот здесь вот, подо мной. Такой небольшой. Но лук там хранится замечательно. Он не гниет. Он не сохнет. И это самое. Вот это вот мягкое. И всю зиму он лежит у меня там на хранении. А вот чтобы посадить лук вот на чернушку, он должен лежать не где-то в доме всю зиму, а только в холодном месте, чтобы он дал стрелки вовремя. Я первый год не знала, я ставила его в доме. У меня ничего не получилось. Надо его доставать из холода и садить, вот как только сойдет снег. Садить. Я головок 10 закапываю в землю. Теперь достаточно. Вот еще. Это, наверное, третье. Вот чего. Ну, с луком я буду снимать видеоролики, как я сажу, что я делаю. Вы будете за мной наблюдать. И, может быть, это кому-то пригодится. По жизни. Вот попробуйте купить его в магазине. Вот эту сеянку. Он же очень дорогой. Проще выращивать самим. В том году у нас был, по-моему, 500 рублей. Это ж надо такое. Даже вот, ой, маленькая. Ну ладно, я ее достану. Это мягенькая. Даже вот такой вот есть. Вот такой. Его не надо выбрасывать. Его будет хорошая луковица. Вот они. Маленькие. Ну и все, я его перебрала. Целая чашка у меня получилась. Этого мне за глаза. Я его осенью перебирала, и вот к концу, можно сказать, зимой. Все, вот это все в печку. Это вот хорошее, что-то мимо, наверное, упало. Вот это в печку все. А вот это вот, вот чистенький. Все, я сейчас его опять в эту же коробочку завожу ее. И в эту же коробочку опять кладу. У меня вот крышечка есть, я накрываю, а сбоку есть вот такие отверстия. И он дышит. Не заводится никакие насекомые, не летают. Ничего здесь нет. Абсолютно чистый. А если бы он гнил, от него бы запах происходил, мошки бы летали всякие. Здесь нет ничего. Ну вот. Перебрала. Вот в следующий раз, как полезу в погреб, достану специально посмотреть вам, какой еще больше вот такого лука есть. Прям огромный есть, огромный. Вот так вот в руку не влазит. Сеньки-то я уже раздала половину. Ну все, это я уберу. И сегодня мне еще надо завести хлеб на 3 булки.